Доброе утро, коллеги. Меня зовут Дмитрий Слепцов. Начинаем наш аналитический обзор трендовой торговли «Взгляд в будущее». Как всегда, давайте проверим видео, аудио. Если меня видно, слышно, пожалуйста, поставьте плюсы в чат. Далее напомню, что цель нашего обзора – понять тренды, которые формируются на рынке, и действовать в направлении этих трендов, если мы трендовые трейдеры, и действовать против этих трендов, если мы контртрендовые трейдеры. В любом случае, для того, чтобы действовать против тренда, нам нужно знать, какой на рынке тренд. Ну и, собственно, это есть основная задача нашего семинара. Мы также используем торговые стратегии, то есть три торговых стратегии, в рамках которых мы эти тренды определяем. Это такие, скажем, среднесрочные, краткосрочные тренды. Естественно, торговые модели можно подгонять под свои нужды, под свои временные масштабы, под свою психологию и так далее. Ну что ж, давайте посмотрим, что рынок нам нарисовал, сформировал какие движения и что можно со всем этим делать. Первая наша торговая стратегия называется «Ленивец». Она консервативная, как мы говорим, ленивая, поэтому, собственно, у нее такое название. Она берет тренд, который развивается в консервативной манере. Это означает, что в развитии тренда нам нужен импульс, то есть трендовое движение. Потом нам нужна коррекция, которая может быть замерена через Фибоначчи, через трендовую линию, в данном случае коррекционную линию, и любой другой инструмент, который вы знаете, который вы можете применить. И дальше уже после этой коррекции нам нужно увидеть следующий импульс. То есть окончание коррекции является импульсом. Ну вот давайте посмотрим, что в этой концепции у нас развивается по евро-доллару для начала на часовом графике в рамках нашего тренда. Наш тренд — это средняя 120 на часовом масштабе. 120 часов — это 5 торговых дней на валютном рынке. И 24 часа — это 1 торговый день на валютном рынке. Мы видим, что 24-часовая, то есть дневной тренд у нас явно сильно так резво пошел вниз. А недельный пока еще потихоньку меняется, то есть средний все еще растет, но вот уже выпрямляется и при такой динамике, в общем-то, развернется и пойдет вниз. Ну, пока вот краткосрочно, видите, мы так достаточно резво понеслись в этом направлении. У нас движение развивается вот по такой модели. Импульс, коррекция, импульс. Идентификация тренда у нас происходит в момент, когда цена уходит либо выше, либо ниже средней. То есть вот с этого момента мы уже рассчитываем на нисходящий тренд. Цена показывает, что она демонстрирует нисходящее движение. Дальше уже можно замерять коррекцию. Вот, например, вот таким образом. Мы видим, что по отношению вот к этому импульсу цена прокорректировалась, ну вот, почти на 61,8, ну, 50 пошла, отвалилась. В целом нам тут не принципиально использовать Fibo или что бы то ни было с точки зрения какой-то жесткой формализации, нам важно идентифицировать коррекцию. Мы это делаем на меньших масштабах, в данном случае часовой — это у нас трендовый, 5-минутный нам нужен как идентификация коррекции через подтверждающие минимумы индикатора MACD. То есть в данном случае, если говорить о текущем движении, о текущем положении дел, у нас идет следующий импульс. Сейчас мы уже в рамках этой стратегии в рынок заходить не можем, потому что нам приходится выжидать коррекцию, а коррекции сейчас здесь нет, сейчас здесь идет импульс трендовый. Дальше нам нужно формирование, ну, к примеру, вот некой вот такой картины, чтобы мы могли идентифицировать коррекцию. Пока же этого нету. Естественно, мы работаем только в лонг на таком рынке, если говорить о трендовой динамике. При этом, если немножко заглянуть в прошлое, ну и поучиться у него, то мы можем лицезреть вот такую картину, как раз где коррекция отработалась, то есть вот у нас есть коррекционное движение, вот минимум вот здесь, потом минимум повышаются, главный минимум, вот у нас здесь тоже вот выброс по MACD, правда коротенький, но есть вот такая, вот такое коррекционное движение, почти параллельные линии, и которые заканчиваются вот непосредственно пробоем. Единственное, что видите, это все происходит в 0.30 свеча.
Реально мы знаем, что у нас час разница, то есть 9.40 реально 10.40, соответственно, здесь 0.30 реально час 30, и ну, маловероятно, я думаю, что если вы находитесь в часовом поясе Москва, то там в это время вы торговали, конечно, может быть, но, скорее всего, вы спите, мы спим, и вот эту просто коррекцию очень сложно взять чисто физически, но в целом она вот пробивается, вот здесь идет пробитие, стоп-лосс за максимум предшествующий пробой, здесь видите, какая хитрая ситуация. Стоп-лосс, получается, нужно ставить за хвост, и вот здесь, на этом выбросе, он почти что сработал, то есть вот хвост плюс спред, и здесь у нас вот такая движуха пошла наверх, практически его цепануло, но благо не цепануло. Но в любом случае, видите, как получается, что это движение пошло ночью. Это, конечно, нас не устраивает. Это для нас плохо. Просто потому, что не берем мы то движение, которое сформировалось. И уже сейчас, приходя на рынок там 8, 9, 10 утра, мы вынуждены констатировать, что да, коррекция была, закончилась, пошел новый импульс, ну а теперь-то что делать? Теперь снова ждать. Поэтому пока получается, что евро-доллар, в общем-то, демонстрирует нисходящий тренд, импульс пошел, ждем следующую коррекцию. В моменте ничего делать не можем. Но, тем не менее, тренд нисходящий. Как я сказал в начале, ведь наша цель понять, какие тренды формируются. Соответственно, это тренд нисходящий. Те, кто торгует контртренд, ну да, те будут заходить против, на отскок. Такие стратегии, тактики тоже есть. То есть да, кто-то будет заходить на отскок при появлении дивергенций на этом масштабе, на меньшем масштабе. Здесь также можно анализировать уровни поддержки сопротивления и так далее, и так далее. Но мы все-таки фокусируемся на трендовых движениях, поэтому с точки зрения трендов по евро-доллару такая динамика нисходящая формируется. Далее давайте посмотрим на стратегию черепаха, которая построена на канале Дэнчиана, который Ричард Дэнис использовал в эксперименте с черепахами-трейдерами. Если данная история вам интересна и вы не знакомы с ней, то рекомендую, тоже можете посетить наш бесплатный семинар, который так называется «Стратегия черепах». То есть это эксперимент, в котором Ричард Дэнис и Билл Экхарт поспорили, ну это два трейдера американских, они поспорили, можно ли научить трейдера, вообще человека торговать, или это врожденная способность. И набрали людей с улицы, провели собеседование, набрали группу из 13 человек и дали им денег, ну то есть научили их и дали им денег в управление. Вот этот эксперимент известен как эксперимент с черепахами-трейдерами. Они вот использовали одну торговую стратегию, которую тоже мы на семинаре рассматриваем в качестве примера. И вот в честь вот этого индикатора, который они использовали, и в честь этого эксперимента, вот тоже стратегия называется черепаха. Есть также стратегия черепаховый суп, это торговля против тех пробоев, на которые они работали, по которым они работали. Но это, как говорится, уже там история, если будет интересно, можете посмотреть. Но сейчас что нам важно? Нам важно то, что тренд какой формируется. Так вот здесь по этой стратегии у нас пробивается нижняя граница, вот здесь, в этой точке. Цена начинает блуждать, мы вчера уже это движение видели, у нас получается... Где вот цена была вчера, это значит 6-е, свечка 9, вот, вот здесь мы находились вчера, на вчерашнем обзоре, это вот были вот эти цены. То есть у нас что получается? Мы помните, с вами сказали, что глобально евро-доллар, ну, так скажем, блуждает в боковике, но при этом у него есть доминанта нисходящего тренда. То есть получается, что все-таки он коснулся нижнюю границу и, так скажем, хоть и формально, почему формально? Ну, потому что уже загулял в боковике, но все-таки формально последний тренд, который начался, это был нисходящий. Поэтому мы вынуждены даже при боковом движении все-таки смотреть в сторону нисходящих движений до тех пор, пока не пробьется верхняя граница. Но здесь, видите, рынок благоволил этому движению. То есть вот наш обзор свечка 9, после этого 10-11 там пошло хорошее движение, 47 пунктов, потом пошла коррекция. То есть вот как раз тоже вот здесь идет откат, это вот тот самый откат, который мы вот здесь замеряли по FIBA. То есть вот у нас идет импульс, вот коррекция на 50 хвостами, потом новый импульс. Здесь пока у нас есть еще некий потенциал для
161,8. Если говорить о целях по Fibonacci, кто этот инструмент использует. И после вот этой коррекции, то есть видите, цена что сделала? Она тоже подошла к средней. Если вот здесь она ее преодолела, то есть это серьезный признак замедления нисходящего тренда, который был здесь, то тут она не смогла ее преодолеть, хвостом отшила ее, пошла вниз, снова пошла, снова от нее отскочила, и пошел еще один импульс уже на 60 пунктов. Но единственное, что видите, это тоже происходило ночью. То есть это у нас час, ну реально 2, 3, 4 ночи, то есть мы тут по евро-доллару особо-то сделок, может, и не успели сделать. Ну, единственное, что вот я знаю, кто любит ставить отложенные ордера по сетке FIBA, то есть, да, там, когда цена еще находилась вот здесь, то можно поставить sell limit, вот, 56,8, не дошла, правда, 38,2, и тогда можно словить вот это движение просто на отложенке. Но это уже, как говорится, тактика. Радует то, что все-таки тренд у нас пошел в направлении, в котором предписывалась стратегия. Ведь нужно всегда помнить о том, как я говорю, постоянно это повторяю, простая вещь, понятная всем, что будущее мы не видим. То есть у нас нет хрустального шара, и как бы трейдеру не казалось, что он видит, куда здесь пойдет цена, там вверх, вниз, на самом деле он этого не видит. Он может думать, что он видит, но реально будущее скрыто. И поэтому, чтобы нам попасть в правильном направлении в будущем, мы фактически понимаем, что нам нужно увидеть сигнал некий, ну, наверх или вниз, да, там long или short, встать по этому сигналу, и дальше нужно, чтобы будущее, которое отрисовалось, то есть стало настоящим, оно было оправдано согласно тому сигналу, который поступил. Вот здесь так и произошло. Это всегда очень и очень хорошо. То есть вот здесь мы все-таки живем пока в границе нисходящего тренда, и он этот нисходящий тренд все-таки развил. Это гораздо лучше, чем если бы он его не развил. В моменте, пока дивера у нас нету, то есть разворота, сигнала к развороту нету, к развороту, поэтому пока, да, пока ждем развития нисходящего тренда. Также напомню, что у нас есть стратегия хамелеон. Здесь вообще, в принципе, все пока достаточно гармонично. Стратегия призвана брать зарождающийся тренд и всегда заставляет действовать трейдера против основной толпы. То есть, когда все еще по-прежнему бегут наверх в тренде восходящем, эта стратегия говорит: ребята, пора разворачиваться. Если стратегия оправдается, то мы получим очень и очень хорошие точки входа. Если стратегия не оправдается, то есть тренд развернется в другую сторону, ну, то есть в другую, это значит, вот мы сейчас вниз его ждем, а он наверх пойдет. То есть он пойдет в том тренде, в котором он развивался до появления сигнала по хамелеону, то, соответственно, мы вынуждены будем констатировать, что ситуация не оправдалась, не согласно стратегии пошло движение, и дальше мы принимаем тренд уже, то есть тот, который существовал, за главный. Так вот, здесь такая картина и была, что глобально, смотрите, что у нас получается, что вот евро-доллар-то, в общем-то, достаточно резво идет в восходящем тренде. Мы растем, у нас все прекрасно и хорошо. Вот таким образом. Но тут появляется дивер, вот здесь, вот в этой точке. Что это дивер означает? Вот в хамелеоне означает разворот тренда, идентификация дивергенции происходит вот здесь. На этой вертикальной линии гистограмма пошла вниз, пересекла сигнальную линию, идентифицировали. Все, вот отсюда мы действуем против толпы. Мы ждем движения вниз. Движение даже пошло на 75 пунктов, но потом испытание трейдера. Наверх 87. Благо максимум не пересекла. Раз не пересекла максимум, значит сценарий сохраняется. Даже сходило чуть выше 61,8. И после этого уже пошла снова импульсом вниз. Прокорректировалась новым импульсом вниз. То есть фактически все, что мы вот здесь видим, это есть развитие того нисходящего тренда, который сигнал, которому мы увидели вот здесь, по этому диверу. Ну, вот, соответственно, идет первое. Кто-то здесь волны может начать считать, там, не дай бог, Элиота, то есть там первая, вторая, там, то есть вот такие вещи. Ну, вот такое развитие движения пошло. Главное, что тренд идет вниз, так как мы
предполагаем, ну, вернее, как, даже не предполагаем, как мы ожидали, согласно этой стратегии. Это радует, не всегда так бывает. Когда это так не бывает, мы теряем деньги. Здесь, как говорится, без розовых очков, поэтому то, что сейчас тренд развивается в нашем направлении, этому можно только порадоваться. Фунт-доллар. Очень планомерный, да, нисходящий, очень спокойный такой тренд. Но, хоть он и нисходящий в целом, он неуклюжий с точки зрения поиска точки входа. То есть у него такие хвосты, такое неуклюжее вот здесь движение, движение вниз, что очень сложно здесь найти качественную точку входа. Видите, он бросает хвосты вверх-вниз, он топчется на месте, он уходит вниз, снова наверх, снова вниз, снова наверх, топчется на месте, вниз сейчас, может, опять наверх пойдет. То есть у него глобально нисходящее движение, но видите, здесь нету хорошего четкого импульса. Если евро-доллар идет очень хорошими вот этими движениями, раз, два, три, четыре, пять, то есть у него все, можно сказать, идеально, то фунт, видите, здесь нельзя их выделить. То есть их можно притянуть за уши, там раз, два, там три, тут непонятно даже, вот это третий, это куда тут его рисовать. Вот, то есть движения очень нечеткие, поэтому, к сожалению, здесь мы не можем найти четкую коррекцию. То есть вот цена идет вниз, то есть сейчас нам опять нужно ждать коррекцию, но куда, где, видите, непонятно. То есть вот ее не отрисовал. Мы, может, ее могли бы отрисовать вот где-то вот от этого минимума, вот от этого. Но, видите, он тут уже вот, он уже сделал ее горизонтальным уровнем поддержки. То есть уже вот коррекцию мы здесь отрисовать не можем. Мы же всегда смотрим по текущим ситуациям. Так, Антон спрашивает, где можно прочитать правила стратегии? Ну, вы знаете, я думаю, через пару обзоров вам все станет понятно. То есть тут ничего сложного абсолютно, я постоянно говорю про то, что мы, как мы действуем. Вот, поэтому тут все станет ясно, если пару раз ходите на обзор. То есть, либо что-то конкретное просто спрашивайте, вопросы какие-то задавайте. То есть я поясню, если конкретно что-то не ясно, то можете спрашивать. Единственное, сейчас, вот, чтобы для понимания, еще раз повторю, да, есть тренд 120 часов и 24 часа, цена ниже 120 периодной средней, тренд нисходящий. Дальше нам нужна коррекция. Любая форма коррекции, ну, вернее как, мы смотрим любую форму коррекции, но нам нужна повышающаяся коррекция. То есть на нисходящем тренде, как вот здесь, например, нам нужны повышающиеся минимумы, которые подтверждаются индикатором MACD. Когда такие будут, я вам покажу. Ну, в данном случае вот они были по евро, доллару. Вот, например, вот здесь. Вот раз, два. Вот видите, минимум повышаются, мы рисуем коррекционную линию. Если она пробивается, мы рассчитываем на нисходящий тренд. Если она пробивается, возвращается к максимуму предшествующему пробою, значит, мы ловим стоп-лосс. Если она пробивает, то у нас идет в нашу сторону, у нас стоп-лосс, тейк-профит, вернее, 1 к 2, 1 к 3, к 4. То есть вот у нас стоп-лосс, допустим, если там 20 пунктов, условно, 15. А тут тейк-профит у нас будет 30, 45 и 60 пунктов. Мы разбиваем позицию на три части. Так, значит, это у нас фунт, который пока ведет себя достаточно хиленько. Что-то, видите, не особо-то он сильно и падает, блуждает, топчется. Ну вот, смотрите, что по черепахе. Тоже по черепахе тренд нисходящий. Ну вот здесь-то у нас уже был диверок. Видите, у нас вообще, в принципе, цена диверит с индикатором MACD. То есть она плавно, цена идет вниз, а MACD плавно растет. Дивергенция, конечно, оставляет желать лучшего, то есть абсолютно кривая, косая, но она есть, и тоже совсем ее игнорировать не получается. То есть она не отрисовала. Вот видите, тут движение настолько нечеткое в цене, что даже дивер кривой. Это плохо. Нет четких сигналов, очень сложно уверенно делать какие-либо действия. Но в любом случае дивер есть, поэтому, помните, как мы сказали, этот тренд нам уже хочется, чтобы он закончился, чтобы он сменился, и цена пошла в другую сторону. Очень плохо для нас, как для трендовых трейдеров, когда тренд идет хороший после кривого плохого. Что я имею в виду? Вот если сейчас фунт резко обвалится колом вниз, это будет плохо. В каком плане? Вот здесь он нарисовал картину плохую и непонятную. А раз она плохая и непонятная, мы отказываемся этот тренд воспринимать как тренд, и он нам перестает быть интересным. И в тот момент, когда он перестает нам быть интересным, он обваливается вниз и идет, например, прибыль там 1500
ну, в смысле, 150 пунктов, там, в пятизначке, там, 1500, да, 150 пунктов, это плохо. Гораздо лучше, когда тренд сразу же пошел хороший и продолжился хорошим. Но, так видите, бывает не всегда. Вот здесь, например, так было. Вот он пробил верхнюю границу и сразу пошел наверх. Все, он здесь, даже если он здесь колеблется, он колеблется в плюсовой зоне. Ну да, там у нас больше-меньше прибыли, но у нас нет убытка вообще, в принципе. Вот, дальше он пошел. Здесь тоже для тех, кто зашел вот здесь на пробой, они тоже могут держать эту позицию. Почему? Да потому что трейдер вот здесь зашел по самому выгодному, по самой выгодной точке, по самому выгодному ценовому курсу. А вот тот, кто сейчас хочет заходить, ему уже заходить тяжело, потому что он уже видит это кривое движение. Можно переждать любое движение, если ты зашел в лучшие его точки. Все кривое, что здесь происходит, оно происходит под лучшей точкой, в которой мог зайти трейдер. А точка была. Была четкая совершенно. Поэтому тот, кто сейчас на этот тренд смотрит, уже, к сожалению, хочется, чтобы он сменился, потому что в нем нету структуры. Ну и здесь тоже, что здесь, видите, у нас получается дивер такой вот кривой. То есть мы его отрисовываем. При прочих равных, так сказать, мы, конечно, могли бы, но даже рука не поднимается. Давайте его пунктиром нарисуем. То есть это, конечно, не тот дивер, который нам нужен. То есть нам нужен, как вот здесь, например, четкий. Минимум раз, минимум два. Все, полетели колом наверх. А это вот он тут сейчас сопли жует. Он их тут может очень долго жевать, а потом все равно пойти вниз. Поэтому, к сожалению, это вот не является сигналом по хамелеону. Далее ленивец доллар-иена. Доллар-иена, вот видите, хорошее трендовое движение. Продолжение нисходящего тренда. Сейчас обновили минимум, цена отрастает, ждем коррекцию. То есть тоже хороший тренд. Хороший тренд. Индикатор MACD подтверждает минимум. И вот, Антон, вы спрашивали, вот наше движение. Вот смотрите. Вот мы смотрим на тренд, он нисходящий, то есть цена, видите, под средний, под 120-периодный средний, уже достаточно давно тренд развивается. Мы ждем коррекцию. Заглядываем на 5-минутку, вот смотрим MACD, индикатор MACD подтверждает минимум, то есть минимум по цене, минимум по MACD сформированные. Вот такую коррекцию вырисовываем. Ждем пробоя. Вот если будет вот такой пробой, соответственно, вот при пробое у нас будет возникать сигнал на вход. Со стопом за максимум предшествующим пробою и тейк-профитом 1.2, 1.3, 4. Вот это доллар-иена, она формирует интересный сигнал. Так, Антон пишет. В какой момент после появления дивергенции осуществлять вход? Непосредственно в момент формирования дивергенции осуществляется первый вход, если вы про хамелеон. Дальше при появлении коррекций и уже тут свобода творчества. То есть мы берем сам дивер плюс коррекции. Там, что использует каждый трейдер, ну, только его фантазия ограничена. Но само пересечение – это первый сигнал и самый главный. Как входить с рынка? Да, обычно по диверу мы входим с рынка, конечно. После какого-либо подтверждения на откате – стоп-лосс, тейк-профит. С точки зрения хамелеона, я так понял, вы про хамелеон больше спрашиваете. А в хамелеоне нам важно развитие движения и противоположный дивер. То есть здесь мы ставим стоп-лосс под минимум, который показывает нам рынок, или максимум. Ну, например, вот появился дивер. Ну, давайте так сейчас. А, ладно, иена уже у нас там уже рассмотрели. Вот давайте. Вот, допустим, евро-доллар. Вот. Стоп-лосс у нас вот здесь. Вот максимум. Соответственно, идентификация дивера вот здесь. Вот у нас величина стоп-лосса 40 пунктов. Соответственно, тейк-профит мы берем, ну, мне вот очень нравится тактика 1 к 2, 1 к 3, к 4. То есть мы не знаем, сколько будет тренд продолжаться, поэтому вот у нас получается 40, соответственно, 80. Величина именно, величина, то есть вот 40 пунктов тейк-профит. Первый вот у нас, видите, вот 80, это вот здесь. Это вот 1 к 2 получается. Соответственно, дальше нам 120, 160. То есть порционно выходим. Но с другой стороны, здесь, если появляется дивер противоположный, то мы вынуждены будем выходить на противоположном дивере.
То есть он может не дойти до take профита, выйти на предположенном дивере. Еще бывает такая ситуация, что, например, стоп-лосс маленький. То есть здесь еще он более-менее нормальный. А бывает, знаете, вот дивер появится и очень маленький стоп-лосс. Тогда можно увеличить, то есть один к двум там получится, вы там выйдете очень быстро из рынка, поэтому тогда можно просто подержать, там подождать дивер, либо увеличить соотношение. То есть здесь тоже будет уже, ну, некая ваша там такая трейдерская составляющая через ваш личный опыт, как вы это делаете. Но в принципе любые сигналы, которые нам известны, то есть это дивергенции очень важные, да, там коррекции, точки разворота, мы, естественно, все отслеживаем. То есть без этого нам нельзя. То есть, если появится точка разворота, у нее приоритет выше, чем, допустим, take profit, если мы говорим о хамелеоне. В черепахе тут тоже ждем дивера. Если дивера нет, нам приходится выходить либо по верхней границе канала, если резкий разворот происходит, либо по FIBA, либо по средней. Значит, далее. Доллар-иена. Черепаха, как мы сказали, здесь тренд нисходящий. Но сейчас, вот видите, вот цена пришла к средней, и она, как вот мы говорим, нисходящий тренд заканчивает, а восходящего еще нет. То есть вот положение цены выше средней при нисходящем тренде – это для нас плохой знак. То есть видите, вот она здесь, например, вынырнула и обратно – это хорошо. Кольнула и обратно – это хорошо, вот идет импульс. А вот здесь она пришла, и вот сейчас, если закроется выше, уже все. Если она в следующую свечку не уйдет ниже, значит тренд ослаб. Дивера пока нету, но он, мы знаем, и без дивера может развернуться. То есть мы уже не верим в этот тренд, но, по крайней мере, мы в нем сомневаемся, несмотря на то, что он все-таки пока еще нисходящий. Так, и доллар-иена-хамелеон. Тоже вот видите, здесь, как мы вот вчера говорили, вот такой дивер, помните, сказали, хиленький такой диверок появился. Он начал, вот видите, отрабатываться на 74 пункта, но потом все-таки сломался. То есть цена пробила минимум. Почему он хиленький? Помните, мы с вами говорили, у него минимумы на одном уровне. То есть лучше, чтобы они понижались. Поэтому мы, когда его рисовали, сказали, что ну да, давайте его оставим, как, так скажем, посмотреть на него, да, но все-таки особо на него рассчитывать много не приходится. Ну вот, здесь так и произошло, поэтому тоже эти диверы помечайте как пунктирные. Нам нужен четкий дивер, но здесь он такой у нас получился. По ценам закрытия он есть, а вот минимумы нас подвели, конечно. Но в любом случае, как говорится, движение развивается, идет нисходящий тренд. Ну что делать, как говорится? Да, ждем нового дивера. Так, ленивец, канадец. Вот смотрите здесь, что происходит. Канадец сменил тренд. Был нисходящий тренд, сейчас перешел в восходящий. Вот. Импульс, коррекция, импульс. Новый импульс, смотрите, колом летит наверх. Смотрим пятиминутку. Сейчас, естественно, никаких коррекций уже найти не можем. Вот то, что вы, Антон, спрашивали, да, вот, например, по стратегии. Вот здесь сейчас мы ничего сделать не можем, но если мы пришли на рынок, ну, вот, например, там, в 5 утра, там, ну, в 6 утра реально, там, не знаю, кто там, только проснется, сразу на рынок идет, то вот здесь коррекция была. Формально она здесь вполне себе отрисовалась и была очень себе даже четкая. Вот максимум подтверждается, вот подтверждается, вот четкая коррекция, она пробивается, вот прям идеальная стратегия, то, что вы спрашивали, вот она, идеальный сигнал, вернее, вот он пробивает, стоп-лосс предшествующий, за минимум предшествующий пробою, 20 пунктов, до него не доходит, вот тейк-профит, соответственно, 40, 60, 80, вот до первого тейк-профита дошла, скоро там до второго дойдет, ну и может даже до третьего дойдет. То есть вот канадец как раз по ленивцу очень сейчас хорошо демонстрирует развитие движения. Раз пошел ленивец, значит, скорее всего, черепаха раньше гораздо среагировала, так оно и есть. Вот у нас пробитие вот этой линии. Восходящее движение, тренд хороший, сразу в нашу сторону, 60 пунктов, потом коррекция и опять в нашу. Вот, пожалуйста, импульс, трендовый импульс корректируется 38,2. Снова идет в импульс, то есть идет развитие хорошего восходящего тренда. Ну и по хамелеону в канадце тоже пока все здорово. Вот смотрите, тоже кривенькая дивергенция, но в отличие от доллар-иена, иена она все-таки отработала. Причем кривенькая, видите, хвост ниже. То есть по ценам закрытия она вроде бы и нормальная, но мы тоже ее помечаем пунктиром, потому что можно сказать, что нам просто здесь повезло, что она отработалась, потому что, видите, она хвост у нее все-таки ниже.
Поэтому вот мы так ее отрисуем, пунктируем, что к таким дивергенциям нам нужно относиться очень осторожно. Но в данном случае она отработалась, видите, вот то, что спрашивали вот у нас формирование дивера, вот стоп-лосс 40 пунктов, вот, соответственно, 80 пунктов take profit первый, вот здесь 80, вот 120 сейчас работал, ну и видишь, там до 160 дойдет. То есть вот этот дивер даже так неплохо отработался. Вот такая картина. Ну вот, собственно, в целом-то и все на сегодня. Радует то, что тренды появляются, тренды формируются. Канадец вообще пошел достаточно резвый такой тренд, прям сменил и тут же пошел. Так что будьте начеку, как говорится. Наша задача как трендовых трейдеров взять прибыль. Если мы на тренде прибыль не возьмем, на боковике мы будем терять уже не... Там не отдавать прибыль, как говорится, частично, которую заработали, а придется уже залезать в минус. Так что будьте внимательны. Что ж, коллеги, на этом все. Встретимся завтра в 10:30. С вами был Дмитрий Слепцов. Пока.